Мотоциклисты частенько, особенно летом, фигурируют в сводках дорожно-транспортных происшествий. Накануне на перекрестке проспекта Молодежной и улицы Шухова столкнулись автобус и мотоцикл. В результате байкер с травмами доставлен в первую горбольницу. Продолжит Ольга Шалыгина. Сергей Николаевич за рулем пассажирского автобуса 35 лет. На дороге видел разное, но вот сам в ДТП попал впервые. Мужчина в шоке. Я разворачивался, он летел под меня. Что тут? Я ехал на свой сигнал светофора по левому ряду, как положено. Он срезал угол, по прямой траектории решил меня обойти. Ну вот, случилось то, что случилось. Мотоциклист при обгоне выехал на встречку и при повороте встретился с автобусом, который разворачивался. В результате у ЛиАЗа лишь небольшая вмятина, а вот мотоцикл нуждается в ремонте, как и его хозяин. К счастью, парень отделался легко. С закрытым переломом правой стопы его доставили в первую горбольницу, где наложили гипс и отпустили домой лечиться. За нарушение правил дорожного движения на байкера составлен протокол. Меру наказания в ближайшее время определит мировой суд. 24-летнему парню грозит штраф 5000 рублей или лишение водительских прав. Ольга Шалыгина, Евгений Левошко, Ирина Чуликова, 9 канал.